В Алматы состоялась презентация книги «91-23», посвященной истории отечественной музыки. Издание охватывает более 30 лет музыкального наследия Казахстана. Рассказывает о становлении и развитии культуры через творчество известных и молодых еще исполнителей. Книга вышла на двух языках. Над ней трудились и работали 2 года. Соавтор Александр Медведев отметил, что музыка есть настоящее отражение духа времени, политических и культурных изменений нашей страны. Все эти изменения, всю эту эволюцию жанра, всю эту эволюцию явления мы рассматриваем, изучаем, попутно рассказывая о самых интересных артистах. Ну, не о самых, пытались охватить практически все. Понятно, что чтобы охватить всех артистов, нам не хватит и 1000 страниц, да, у нас здесь 600, но самые основные, самые ключевые здесь, конечно, собраны, о них можно почитать.